командующего войсками Центрального военного округа, в войне в Украине генерал-полковника Александра Лапина, отправили в отставку. Об этом сообщило издание РБК со ссылкой на свои источники. Лапина критиковали глава Чечни Рамзан Кадыров, а также бизнесмен Евгений Пригожин. Глава Чечни Рамзан Кадыров обвинял генерала в потере Красного Лимана. «Из-за отсутствия элементарной военной логистики сегодня, мы оставили несколько населенных пунктов и большой участок территории. Обидно не то, что Лапин бездарь, а то, что его покрывают наверху руководители в генштабе», — писал Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале. На сторону главы Чечни встал бизнесмен и создатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин. Всех этих ушлепков с автоматами босыми на фронт прокомментировали в пресс-службе связанной с ним компании «Конкорд» заявление Кадырова. Также глава Чечни был недоволен тем, что украинские войска прорвали оборону в нескольких населенных пунктах, за которые отвечал Лапин. Кадыров возмутился, что в такой ситуации он не может связаться с генералом.